Всем привет, с вами Назели и опять Вайм. Я вас задолбу Ваймом, но я должна. Поэтому мы попрём на Мэвэрс. И давайте подыщем какую-то свободную игру, но там, где уже играют. Все такие. Ну давайте там 4 из 5. У нас уже до хрена денег просто, потому что их до хрена. И я могу себе легко купить красивую палочку, красивый меч, еще лучше меч и вот этот меч. И все. И мне почти хватает на железный меч. Это же шикарно, и у меня все лагает, но я живу. Мощище. Мощище. Ой, иди гуляй, ВДВ-жник. Хрон, да что? Ай, я ненавижу тебя, мужик. Я куплю себе лучший меч. Я тебя буду бить. То есть синий, я могла синий. Меня прет. Потому что мне скучно. Лол, оно избивает соседнюю команду, лол. Это хорошо. Боже мой! Я сейчас сдохну, ребятки! Хоть одного убить бы! О, я убила одного. Мужик! Ну он типа один? Ничего, или я не догнала? Или он один? Да пошел ты! Смок это как бы переводится. Ну, смокинг это курение. Хорошо. Мужик, здорово! Здорово, мужик! Здорово, Резека! Молодец, ты жива, но я не могу тебе ответить. Хнык. Это плохо. Вот так всегда. Это пошел ты! Тихо, будь хорошим. Танго! Давайте станцуем танго. Ведь я такой оригинальный. У нас какая-то хреновая команда, серьезно. Потому что нам осталось еще 4 туда загнать и все. И мы как лохи. Мне хватает на алмазный меч. Господи! Давайте я этот кикика убью. И тебя тоже. Кикикушка. Оставьте его на мне, трогайте другие, господи. Ну если показано, что я этого мужика убью. У меня есть снежка. Кому снежку? Могу дать снежку. Октавиус! Я какой-то лошок. Октавиус, я ненавижу Октавиуса, но я его обожаю, потому что оно слишком медленное. Но у нее до хрена хп. О, господи, что ты, блин. Ой, этому танго хорошо, он танцует танго. О, господи, это что хурма? Она же меня сейчас поджарит. Но я буду жить. Спасибо. Бред, пацан. И давай криперушку. Спасибо. О, да, отбрасывать. Это же еще та хурма. Он только что немножко прополз с трупиком. Это надо было видеть. Как же много стрел-то, ё-моё. Я буду избивать крипера, не трогайте меня. Иди гуляй. Спасибо. Иди ты тоже. Ну и мне скоро хватит на улучшенный меч. Нам за 2 пропуститесь. И на капец. Ребята, вы серьезно? Иди гуляй, мелкий зомби. Мне хватает и так проблем без тебя. Иду паук еще. Два паука. Идеально. Иди гуляй. Гуляй, говорю.
Тихо! За что? И меня почти хватает на меч. Господи, этому пауку хорошо. Он, наверное, пытается достать меня. Нам осталось одного мужика пропустить, все, мы проиграли. Да ну нафиг! Гуляйте! Господи, мне нравится этот скин. Это шикарный скин. Здесь тоже есть паркур, ща. Его не так уж сложно тут-то найти, ща. Он недалеко от этого дерева, да. Поньк-поньк, я залезу на него. И я сейчас покажу, насколько сложный этот паркур, потому что он ужас как сложный. Как видите, вроде бы ничего такого, легкий такой. А тут ни хрена подобного, это еще у меня лагает, поэтому мне все сложно. Ты пытаешься пройти паркур, но ты не можешь, потому что он лагает. А вот здесь перепрыгнуть будет сложно. Если лагами перепрыгнул, что, серьезно? И еще раз перепрыгнул, да? Вообще, я мастер. И меня выкинуло. Вот такая у нас проблемка. У меня проблемка. Я уже задолбалась опять возвращаться, потому что я до этого еще раз то так возвращалась до съемки видео. Поэтому и на этом я закончу. Просьба стандартная, подписаться, поставить лайк, если хотите больше таких видео. Я же такой мастер. С вами была Луиза Лин. Всем позитива. Пока-пока.